Знаком «Лучший студент» Рязанского государственного радиотехнического университета наградили 50 человек. На сцене те, кто проявил себя в спорте, искусстве, обучении, науке. Павел Власов – студент 4 курса факультета вычислительной техники. В его зачетке все это время одни пятерки. С подросткового возраста, класса 7-го, обожал математику и все, что с ней связано. Не испытывал никогда с этим проблем. Высшая математика, матанализ, алгебра, геометрия – вот к этому лежит у меня душа и сердце. 48 направлений подготовки, которые прошли аккредитацию в этом году. Более 6 тысяч студентов, из них почти 2 тысячи получают стипендии. В Рязанском государственном радиотехническом университете подвели итоги 2018 года. Наш вуз является лидирующей организацией в области по количеству патентов на изобретения и на полезные модели. Более того, это организация, которая формирует инновационный климат в Рязанском регионе. В этом году оценка, которая была проведена на всероссийском уровне, поставила наш вуз на второе место. В РГРТУ особое внимание уделяют подготовке по-настоящему востребованных специалистов. Сейчас более 1200 студентов обучаются в вузе в рамках целевого направления от лучших предприятий региона. Список партнеров очень большой. Среди них завод «Красное знамя». В этом году мы совместными усилиями благодаря вузу открыли новую базовую кафедру. Технологии инерциальных датчиков и систем летательных аппаратов. Поэтому, я думаю, вот наглядный пример того, как образование, соответственно, учитывая нужды предприятия, готовит конкретных специалистов данной профессии. Оттачивать полученные навыки на практике студенты начинают с первых курсов. Для этого на базе РГРТУ действует сразу несколько кружков технического творчества. Уникальные изобретения студентов уже используют при проведении игр клуба интеллектуальных игр. Электронная система, которая позволяет максимально точно определить последовательность и время нажатия на кнопку каждого из игроков. При этом световой и звуковой сигнал специально сделаны кнопки, чтобы не просто правильно проводить интеллектуальные игры, максимально точно определять, но и зрелищно красиво. Стоит отметить, что на базе вуза действует более 20 объединений разного профиля, найти себя в котором может каждый желающий. Так, новогоднюю благотворительную акцию в холле Дворца молодежи организовали активисты детского звездного отряда. На вырученные средства они приобретут подарки для школ-интернатов и детских домов. А за развлекательную программу отвечал педагогический отряд РГРТУ «Кислород». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».